Меня зовут Илья, я нахожусь на выставке чая кофе в Сокольниках. Я знаю многое про чай, и сейчас я вам расскажу и представлю то, что здесь на ярмарке продается. Есть чай для здоровья, который добавляет все травы, которые растут в России, мы сейчас стали их использовать. Здесь мы видим черный чай с добавлением василька, с добавлением большого количества трав, хорошего качества. Иван-чай с шиповником, это древнерусские чай, который мы когда-то все выращивали и употребляли. Он был забыт, но сейчас это чай возрождается. Очень вкусный чай, рекомендую вам попробовать. Чай масала – это индийский чай, адаптированный под русского потребителя, так как в него добавлено много специй. Есть чай ройбуш, интересный африканский чай, понижает давление. Здесь вы можете видеть разный чай, который может излечить от простуды. Есть чай тонизирующий. Это наш город, это наше телевидение.